сказали, что мы вам поможем, поможем. Я пошел, да, Людмила Семеновна, она мне сказала одно, а в понедельник она мне говорит другое. И все, ну я сказал, говорю, мне все равно, я тогда буду идти и стоять дальше. Василий с говорящей фамилией стойко обивает пороги администрации с 2017 года. И это не первый его одиночный пикет. За плечами у семьи 15 судов. Все для того, чтобы помочь 4-летнему сыну получить хоть какую-то поддержку от государства. Сейчас маленькому Богдану предоставляют бесплатное лекарство, маме мальчика выплачивают пособие – 27 тысяч в месяц. А Василий полгода не сможет работать. Недавно перенес операцию на легких. Жилья у нас нету. Вообще здесь. И у меня даже здесь и родственников нету. Ни в Барнауле, ни в России нету, что нам жить-то негде. Я сегодня-завтра могу на улице указаться. А им-то без разницы, сколько уже здесь стоять-то можно. И все, видите, бесполезно. Стою. То закликаю, то даже и никто с администрации не выходит. Головочку поднимай, Богдашу. У 4-летнего Богдана очень сложная форма ДЦП. Мальчик не может ничего делать сам. В очередь на квартиру семья стойко не попадает из-за того, что их не признают малоимущими даже по суду. Считают пособие за доход. А других программ на получение жилья детям-инвалидам с 2005 года в крае нет. Только по договорам социального найма муниципального жилищного фонда и только малоимущим. Но власть пытается помочь семье. Были даны задания специалистам по линии Минздрава, Минобра детально изучить его ситуацию и рассматривать все возможные варианты. Сначала он согласился и принял участие в двух встречах со специалистами, но после этого внезапно вышел с пикетом к зданию правительства. Василий стойко уверен, что квартира его ребенку положена и без статуса малоимущего. Обращался к юристам. Они с отцом согласились. Пока к согласию с администрацией мужчина прийти не может. Поэтому стоит, ведь убежден, что его семья имеет все права на полноценное собственное жилье. А те деньги, что выплачивает государство, почти полностью уходят на ребенка. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.